это типа. И красивые, большие. Шо ты, мала? Да шо ты, мала, говорит? Шо ты? Отлично, стал просто отлично. Дуров? Дорогая, у тебя такая сексуальная попа. Ты что, сделала себе обрезание жопы, что ли? Обрезание у тебя в трусах. Сколько с нас? 500? Сейчас. Нет. Ясно. Сколько? Можешь закинуть, брат? Отлично. Антон! Класс, супер. Антон! Ничего, но мне не нравится... Чем тебе не нравится? Никами. Неплохо, но не нравится цвет. Похоже. А вот так хорошо. Вот так. И вот. Верхнюю правую почерк. А вот я проснулась. Хэштег без фильтра. А вот типа я готовлю. Прости, можно сет Филадельфия, пожалуйста? Ну, в туалете это вообще жесть. А вот и в туалете. Как часто выходит в туалет? Пошу. Может, не надо? Я ванную холодную наберу, там это, льда накину, и все будет. Ну, слушай, может, все-таки не надо? Зимой купаюсь, вообще на тренировке хожу, лучше не найдешь. Да ну его нахрен! Все нормально. Это что, река из дерьма, что ли? Футбольщик, мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё ты стулишься? Трапеция. Ну ты же сама знаешь, что он необычный. День, когда 50% людей будут влюбленно проводить свой день, а остальные 50% будут от них блевать. И ты, как всегда, торжественно входишь во вторую половину. Заткнись. Ну я проведу его с кем? С Аней. Как всегда, нажретесь дома вина и конфет под 50 оттенков серого. Отличный же вариант. А где твой нормальный вариант? С яйцами и цветами, а? Вот он. Правда, без цветов, но яйца точно есть. Ори, где твой парень? А что ты его найти? Где? В кафешке? Я Ори, я вам не 19 лет, пойми меня такой, какая я есть. Не реви. А ну не плачь. Меня никто не
А может быть, это ты никого не любишь? Нет. Уходи. Ладно, я уйду в себя. Алло, Ань, какие планы на 14 февраля? 50. Оля, что нужно людям сказать? Секунду. Пускай ваших. Своим выражением лица можно только похороны вести. Ребята, любите и будьте любимы. Ну что, готово? Готово? Класс. Мои вкусы довольно необычные. Если он мне ничего не подарит и в этом году, это все, мы расходимся. А вы что планируете? Нам бы хотя бы до ресторана схватило, а потом к нему едем. Судя по твоим планам, да, едет. Если что, здесь все занято. Окей. Это Максим из 6-го. А это Витя из 6-го Б. В смысле? Он мне нравится. Мне тоже. Кто мне позвонил? Лайки ставил на фотках почти чуть-чуть. Я просто питаюсь надеждой. Сейчас еду в центр по делам, может, пересечемся? В принципе, можно. Ты не знаешь, почему мужики сегодня такие не скупые на СМС? Ты что, сегодня же день соплей. Раз, два, три. Я готова! Алло, ну что сегодня делаем? Не, Оля, прости, он меня все-таки пригласил, так что я иду на свидание. Так, ладно, я в душ. Алло, ты че? Я первая в душ иду! Ну быстрее! Чтобы достать этот батончик. Ура! Где мой батончик? Где мой батончик? Где мой батончик? Бежит долго и жирная сеть. У меня батончик. Да. Сегодня всем хата должна быть пустой. Да, да, да. Стой, а ты сама? Да-да. Ой, Петя, что это тебе? Ты мне опять свои хахалей поприводил. Той раз хоть такий був не прищавий, а цей прищавий ще й худий. Бабця ще все зробить, накормить. Все касами прийшли займатися. Орі! Орі! Занюхні мій запашок, подружка! Соля, ну я ж шли не стихну, то не безобразно. Пістюх! С тобой. Вы что, охренели? Это вообще моя квартира. Пошел вон тут! Вышел вон отсюда! А ты ж дым спишь? А да? Да. Ну тогда это моя квартира. Тогда бухнем, да? 14 февраля, 23 февраля. 8 ма... Снова. Здравствуйте. Здоров, мать. Давно не виделись. Чего в этот раз пришла? Ты должна осознавать всю серьезность 23 февраля. Ведь что подаришь, то и пожнешь. Слышь? А ты, по идее, должна быть умнее меня, да? А тупишь жестко. Мне некому дарить. Зато у тебя есть прыщ на полнице. Не трогай. Это моя связь с космосом. И, между прочим, он у тебя тоже есть. Да при чем тут парень вообще? Тебе что, в жизни других мужчин нет? Есть чебурек. Ори, что дарить мужику на 23 февраля? Носки. Шарики. Хуярики. Ага, говно. Что ты? Я знаю. Чашку. Можешь вырыть туда свой прыщ. Подбородок. Нет. Вот это по-любому нужная вещь. Нет. Короче, что ты мне мозги паришь? Если мужчина любимый, нужно подарить ему то, что ему необходимо. Себя. Тогда жди его же на 8 марта. Да пошли вы в жопу с этими праздниками. Они нужны только продавцам, которые имеют на нас бабки. Я подарю ему свою любовь. Истеричка. Но вариант бюджетненький. Напиши. Стоп, колени вперед, таз назад, что мы качаем, ягодицы или бедра? Нет, жопу нет, колени неправильно делают, нет, колени, я думаю, колени ребят, шире, назад, руки наоборот, шире, чуть шире. Ребята, алло! Иди в жопу. Нет, ну все, бегать неправильно точно невозможно. Стоп, девушка, вы неправильно бегаете, спинку прогнули, колени отрываем, да быстрее. Чего, девушка.